Сирийские правительственные войска ведут бои на южных окраинах Дамаска. В четверг при поддержке бронетехники военные вошли в город Дарая, штурму которого предшествовал артиллерийский обстрел. По неподтвержденной информации, которую предоставила оппозиция, 15 человек погибли и 150 получили ранения. Масштабную операцию по вытеснению повстанцев силы режима Башара Асада проводят и в Алеппо. С воздуха авиация наносит точечные удары по командным пунктам и огневым позициям мятежников. Мандат миссии наблюдателей ООН, которым так и не удалось добиться прекращения огня, официально закончился в ночь на 20 августа. ООН оставила в Дамаске только координаторское бюро, руководит которым новый посредник от международного сообщества Лакдар Брахими.